Блин, какие пробки. Папа, а что так много на улице народу, а, пап? Это, наверное, митинги, Прох. А что это такое, митинги? Ну, это когда люди на улицу выходят и выражают свое недовольство. А чем они недовольны? Ну, как тебе сказать? Люди, а чем тут народ недоволен? Как чем? Вы только посмотрите на это. Что это такое? А, это же золотой ёбщик. Что за ёбщик? Я одно видео в ТикТоке видел, был дворец президента. Там как раз про этот ёбщик говорили. А еще было какую-то самую грязную комнату в мире. А еще там злая охрана, она вообще туда никого не пускает. Только как они оттуда ёбщик забывали.